Тюмени прошел очередной рейд. Сегодня соблюдение санитарных норм специалисты проверили в одном из магазинов федеральной сети. В Роспотребнадзор поступила жалоба от покупателя на отсутствие масок у сотрудников. Однако это не подтвердилось. Кассиры и продавцы в средствах защиты. У входа одноразовые маски и антисептики. На полу разметка. Есть запас дезинфицирующего средства для обработки поверхностей. Выявлены лишь недочеты. Входной контроль температурного режима не осуществляется у директора и у товароведа данного предприятия. Также в журнале здоровья, где у них отмечаются отметки о состоянии здоровья сотрудника, также о наличии контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией, также зафиксировано только 2 сотрудника из 4.